Всем привет, с вами Дерри Арт. В этом видеоуроке мы с вами будем рисовать цветы. Смотрим! Рисуем центральную часть цветка кружочком. Внизу центральной части рисуем два луча на расширение и плавной линией обрисовываем низ лепестка. Сверху также рисуем два луча на расширение и обрисовываем боковые лепестки. Дальше обрисовываем верхний большой лепесток. По центру намечаем стебелек на заужение вниз. Рисуем лучик и обрисовываем листок. Справа рисуем дугу в верхней части, добавляя объем, превращая его в листок. Слева добавляем лучик и дорисовываем листок. Снизу добавляем еще два листочка. Убираем яркие линии карандаша клячкой или ластиком. Берем акварель, кисточку белка, воду и белый листок для палитры. Выберем фиолетовый цвет и немного красного. Разведем все водой. Заливаем верхний лепесток. Лучками закрываем верхнюю часть лепесточка и его край. То же самое делаем с боковыми листочками. Берем больше фиолетового и обозначаем самый дальний лепесток. Этим же цветом рисуем лучики на верхнем лепестке. Добавляем лучики и границу на нижние и боковые лепестки. Берем красный цвет и сильно разводим его водой до розового цвета. Рисуем лучики по всей длине лепестков. Берем больше фиолетового с красным. Заливаем еще раз самый дальний лепесток. Добавляем более короткие лучики на верхний лепесток. И обозначаем край лепестка. То же самое делаем с боковым и нижним лепестком. Разводим в цвет водой и еще раз добавляем длинные лучики. Берем зеленый и немного желтого, разводим все водичкой. Заливаем все листочки и стебельки зеленым цветом. Берем больше зеленого. Затемняем стебелек и добавляем прожилки на наших листочках. Разводим зеленый цвет водой и в центральной части листочков делаем тон насыщеннее. Тем самым добавляя им больше объема. Желтым цветом обозначаем центральную часть нашего цветка, разводим синий с водой и добавляем тень снизу цветка. И немного в фон тоже добавим легкого голубого тона. Наш цветочек готов. Мы с вами нарисовали такой замечательный цветочек анютины глазки. Зная эту технологию, можно нарисовать целый букет. Уверена, у вас все получится. Если вам понравилось видео, вам понравился мой цветочек, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Помните, рисовать может каждый. Всем пока-пока!